Здравствуйте! О погоде на воскресенье, 5 марта, расскажу вам я, Дарья Белева. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно с похолоданием. Днем температура воздуха опустится до минус 6, а ночью до минус 13. Синоптики обещают сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. На юге Бурятии облачно. Также возможно похолодание. Днем до плюс 2, а ночью до минус 6. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В Улан-Удэ пасмурно. Днем похолодает до плюс 1, зато ночью потеплеет до минус 6. Порывы ветра до 6 метров в секунду. Понемногу снова становится холодно. Надеюсь, что теплые деньки скоро к нам вернутся. С вами была Дарья Белева. Всем пока! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, токаря, маляра, дефектоскописта, рабочего литейного производства. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа- и железнодорожного проезда, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.